Вот уже 10 лет деятельность детского университета при Казанском федеральном университете дает возможность ребятам от 8 до 14 лет изучать науку в нестандартном и интересном формате. С момента основания все занятия детского университета снимаются, а затем регулярно транслируются на телеканале «Универ ТВ». Здесь нет скучных школьных уроков, а дети имеют возможность получить ответы на научные вопросы и определиться с выбором будущей профессии. Был репортаж небольшой о том, что появилась вот такая новая интересная идея детский университет организовать и детям давать какие-то знания. Мы пошли, нам очень понравилось. Я изучала разные науки, начиная от русского, математики, физики, заканчивая различными научными опытами и так далее. Это привило мне, наверное, любовь к химии, которой я сейчас занимаюсь. В честь десятилетия детского университета в императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие для студентов и их родителей «Волшебно-научно-весело». Событие началось с выставки коллекций, где рассказывалось об истории детского университета. Были представлены книги, тетради, монографии и проекты, разработанные учениками. Детский университет, он существует в Казанском университете. Это такое замечательное создание, где есть радость, веселье, наука. Прошло 10 лет после того, как он открылся здесь, в этих стенах. И сегодня усилиями родителей была создана книга с достижениями студентов детского университета. Торжественная часть началась с гимна всех студентов, а после на экранах пронеслось десятилетие детского университета в фотографиях с лекций, концертов, занятий. Приветственные слова прозвучали от Тимирхана Алишева, Ильнары Ханиповой, Сарии Сабурской и Анастасии Исаевой. Завершилась праздничная программа исполнением традиционного гимна детского университета. Шахерезада Курбанова, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.